песня Умки. А какая песня Умки? Про маму. Там как он стола вы по лесу идет, шишки собирай. Спят усталые игрушки, книжки спят. Конечно, колыбельную «Спят усталые игрушки» можно было только вспомнить на каком-то там пятом-шестом круге конкурса. Возможность посмотреть за таким удивительным творчеством родителей, потому что буквально через минуту жюри будет готово объявить результаты. А пока я расскажу вам о наших партнерах и спонсорах. Сегодня наши участники получат призы от торгового центра «Радуга», торгового центра «Поле чудес», отдела канцелярских продуктов в торговом центре «Поле чудес», а также от... И сейчас я прошу всех членов нашего жюри выйти к нам, к нашим участникам, для награждения. Выходите, выходите все сюда, пожалуйста. Молодцы! Я уверен, что семьи, которые стоят лицом к нам, тоже могли... Он принимает участие, и давайте мы поаплодируем, молодцы! И папа у нас принимал участие, и мама. Самое оригинальное! Ваши аплодисменты! Посмотрите еще раз на жирные призы. Самое сказочное в городском конкурсе по радиоколясок. Победитель нашего сегодняшнего конкурса — семья, которая подготовила целых две коляски на участие в конкурсе. Это семья Крестьянниковых. Семья Крестьяниновых. В конкурсе она еще и самая морская семья. Возражений нет, я думаю. Фото на память, и мы приглашаем всех.